С 25 марта по 4 апреля в пространстве галереи Синара Арт и Синара Центр будет представлена основная программа фестиваля «Смотреть и видеть». Проект уникален тем, что объединяет психологию и искусство с целью раскрытия потенциала личности каждого посетителя мероприятия. В рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы и встречи с художниками, а также ежедневные иммерсивные экскурсии. Для древних греков фантазия была связана с именем бога сна Фантаза. В эпоху Средневековья она отождествлялась с мечтательством, Ренессанс превратил ее в один из самых загадочных жанров музыкального искусства. Как фантазировали Моцарт и Бетховен, какой стала фантазия у великих романтиков, узнаем сегодня в Свердловской филармонии. Пермский театр «Век жизни» на сцене Коледа театра представит спектакль «Капсула времени». По сюжету, однажды ночью перед столетием завода, которому они отдали жизнь, супруги Сергей и Инна пришли к Дворцу культуры. Они решили выкопать капсулу времени и посмотреть, что написали рабочие завода 50 лет назад. Им очень хочется узнать, что было тогда, как прошло время и почему оно так изменило их и все вокруг. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.